Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем вот такой вот органайзер, книжку-органайзер. Сейчас я вам покажу для чего. Для крючков. Вот такую вот книжечку вы сегодня свяжете со мной. Кто будет вязать, оставайтесь со мной, смотрите видео. А мы начнем. Вот такие вот у меня нитки. В 100 граммах 225 метров, 100% микроакрил, крючок 4 миллиметра, четверочка, видите? И вязать я буду в два сложения. Если хотите, возьмите потолще нитки, если хотите поменьше, сделайте, возьмите потоньше нитки. Ну, в общем, мне нужно, чтобы влезли вот эти мои все толстые крючки, поэтому я вяжу в два сложения. А вы уже смотрите, какой вам нужен размер. Значит, начинаю я с того, что делаю петелечку и набираю 31 воздушную петлю. 31. Вот наша цепочка. И начинаем вязание. Одну петлю мы пропускаем. Вот. И следующей вывязываем столбик без накида. И так до конца ряда. У нас получится 30 столбиков без накида. Последняя петля 30, всего у нас 30 столбиков без накида. Теперь очень важный ряд, девчонки. Делаем 2 воздушные петли, поворачиваем и вяжем 10 столбиков с накидом. Этот ряд будет повторяться, поэтому он очень важен. Раз. Так, 10. Теперь вяжем 20 столбиков с накидом, но за заднюю стенку петли предыдущего ряда. Теперь вот они, наши 20 петель. Видите, вот здесь вот. Переворачиваем работу по часовой стрелке и вяжем столбиком с накидом за переднюю стенку петли предыдущего ряда 20 раз. Вот я довязала, девчонки, вот мои 20 рядов. Таким образом у нас формируется кармашек. Для крючка. Теперь вот складываю пополам, и там, где я начинала вот вязать за заднюю стенку, я эту петелечку, делаю одну воздушную петлю подъема, складываю пополам и протягиваю петли через петлю предыдущего ряда. Вот. Теперь я продеваю между двумя петлями 1 и 2 и как бы сшиваю столбиком без накида. Вот он наш, формируется кармашек для крючка. Видите? Так как у меня толстые крючки, мне нужно вязать посвободнее. Если у вас тонкие, вам достаточно будет в одно сложение и крючком, допустим, двоечка. То есть мы соединяем кармашек. Вот наша заготовочка. Так, теперь поворачиваем работу. Следующий очень важный ряд, третий он у нас по счету. Вот видите, довязали мы до конца, делаем одну воздушную петлю подъема, поворачиваем и вяжем 20 столбиков без накида. Второй и третий ряд сейчас мы будем повторять. Это и есть наш раппорт. Так, далее, вот видите, вот наш кармашек. Здесь мы провязали столбиками без накида. Далее, чтобы вот этой ступеньки у нас не было, мы вяжем столбиком с накидом. И таким образом у нас выравнивается вязание. До конца ряда. То есть там, где мы
Вначале вязали столбиками без накида 10, и сейчас мы их вяжем 10. Кармашек у нас сами из 20 петель. Все, третий ряд наш готов. Вот он. Вот есть наша половинка. Смотрите, провязала я, сделала я 5 кармашечков. То есть провязала я, если вот столбик у нас первый, второй, третий, два ряда, один кармашек, третий, четвертый. Ой, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Десятый, 11 рядов всего. Теперь делаю одну петлю подъема и вяжу столбиков без накида. 30 столбиков без накида до конца ряда. 12 ряд я провязала столбиком без накида. Делаю еще воздушную петлю подъема. И следующий ряд вяжу тоже столбиком без накида, но за заднюю стенку предыдущего ряда. Вот так вот. Вот так вот выглядит этот ряд за заднюю стеночку. Видите, он уже немножко завернулся. Этот ряд мы отметим маркером. Сделаем воздушную петлю подъема. Поворачиваем вязание и вяжем столбиком без накида еще один ряд. 14 ряд. Это у нас 14 ряд. Нормально захватываем обычно. 14 ряд готов. Делаем воздушную петлю подъема, переворачиваем работу и вяжем 15 ряд за переднюю стенку. Тридцать петель до конца ряда. Вот так вот оно перегибаться будет. Вот он наш 15 ряд. Его мы тоже обозначаем маркером. Поворачиваемся, делаем 2 воздушные петли подъема и продолжаем наше вязание со второго ряда. Точно так же, то есть 16 ряд это наш второй ряд, второй и третий ряд мы чередуем, пока не сделаем 5 кармашков, точно так же, как и здесь. До 25 ряда включительно вяжем. То есть чередуем второй и третий ряд. Вот, девчонки, 25 рядов провязанных у нас. Вот смотрите, здесь 2 маркера. То есть у нас получилось 5 кармашков с одной стороны, 5 кармашков с другой стороны. Вот такая вот заготовочка на книжечку. Так, теперь 26 ряд, делаем петлю подъема и вяжем столбиком без накида до конца ряда. Так, вот он наш ряд. Делаем один столбик подъема, поворачиваем работу, вяжем столбиком без накида еще один ряд. 27 ряд. Так, 27 ряд, вот он. Делаем 2 воздушные петли подъема. Еще один ряд вяжем за заднюю стенку столбиком без накида, но за заднюю стенку. Так, довязали до конца ряда, отмечаем маркером это. Делаем 3 петли подъема, поворачиваем вязание, делаем накид, провязываем столбик с накидом, делаем накид, одну петлю пропускаем во вторую, из второй вывязываем столбик с накидом, накид, возвращаемся в пропущенный, то есть делаем перекрещенный такой столбик, провязываем столбик с накидом, опять пропускаем один, вяжем из следующего столбик с накидом. Теперь вывязываем из предыдущего, который мы пропустили. И так продолжаем до конца ряда. То есть перекрещиваем столбики. В конце ряда делаю столбик с накидом. И еще один вывязываю из кромочной петли, как бы кромочных петель подъема.
3 столбика, 3 воздушные петли подъема, поворачиваем работу и делаем то же самое, 1 столбик с накидом, далее вяжем перекрещенными, 1 пропускаем, из 2 вывязываем, возвращаемся, вот так до конца ряда. Вот наши перекрещенные, и таким образом продолжаем вязать ровно. Так, провязала я 10 рядов паутинкой. Если мы по маркеру вот так вот сложим, мы видим, что мы приближаемся к этому маркеру, который мы обозначали. Видите, вот оно, наша книжечка уже как бы складывается. Так, теперь делаем 1 петлю подъема и вяжем ряд столбиком без накида. Вот он, ряд до конца довязали, столбик, воздушная петля подъема. Теперь вот смотрите, где мы обозначали ряд маркером, первый ряд. Вот где у нас мы вязали за заднюю стеночку. Теперь соединяем, провязываем этот и этот столбик вместе, то есть соединяем. Кому сложно вязать в каждую петлю полустолбик с этой стороны и с той стороны, вот здесь вот и здесь, видите, сейчас я вам покажу, либо полустолбик, либо, вернее, за переднюю стенку, либо просто за целую косичку. Я буду за переднюю стеночку, и здесь вот за вот эту вот оставшуюся, и провязываю столбик. Так до конца ряда складывается наша первая страничечка. Это 41 ряд, забыла сказать. Теперь поворачиваем работу, делаем воздушную петлю подъема и вяжем ряд столбиком без накида в предыдущую петлю нашего ряда. Таким образом мы вяжем 42 и 43 ряд. Сейчас до конца и еще один ряд. Вот я провязала 2 ряда, смотрите, перегибаем, вот наш второй обозначенный ряд, вот здесь вот его хорошенечко видно. Теперь мы будем соединять этот ряд и вот этот вот, вот таким вот образом. Видите, получается здесь у нас соединено двойное, здесь у нас промежуточек, то есть как кармашек такой. Теперь мы провяжем до конца ряда, соединим это все дело. Опять же, можем за всю петлю, можем за одну стеночку захватывать, как вам удобно. Ну вот, смотрите, вот так вот это выглядит на данном этапе. Вот как бы вот это центр книжки нашей. Здесь у нас титульная страница уже связана, внутри книжечка, видите, с кармашками, дырочка здесь, дырочка здесь. И теперь мы вяжем сюда 10 рядов паутинкой и соединим вторую титульную страничку, заднюю, вот так вот оно здесь у нас присоединено. Теперь вяжем 10 рядов узором паутинка, точно так же, как мы вязали здесь. Таким образом у нас, вот смотрите, я провязала эти 10 рядов, и таким образом у нас получается вторая половинка этого чехла, которую мы теперь соединим с нижней частью, с нижней деталькой, вот. Вот так вот получается наша книжечка.
Разутюжила я свою книжку футляр. Сейчас я вам измерю. Больше не утюжится. 29 сантиметров ширина и 19 высота. Вот примерно такой размер у меня получился. Вот вырезала два уплотняющих таких, две детали. Вставляю их вовнутрь. И вот здесь вот буду обвязывать. Вот. Еще. Вот я прошлась по кругу, видите? Сейчас еще вставлю вторую детальку и провяжу сюда до конца столбиком. Можно картонку, но мало ли, а вдруг придется стирать, да? Поэтому я уж решила пластиковую. Уже согнулась у меня. В общем, как обычно. Не, держится нормально. Вот она такая вот книжка получается. Так, обвязываю вот здесь вот до конца по кругу. На углу, как мы помним, из петли с угла вывязываем 3 столбика без накида. 2. 3. И здесь вот тоже как бы сшиваем. Так, вот смотрите, уже обвязала я по кругу. Вот сделала я последний угол. Теперь далее я вяжу полустолбиками. И полустолбиками провязываю 14 петель. 2, 14. Теперь делаю 12 воздушных петель. Возвращаюсь и вяжу по кругу еще полустолбиками. Вот так вот по кругу завершаю, замыкаю круг. Так, вот смотрите, мои хорошие, я обвязала по кругу. Сейчас я просто вот это все дело продену в иголочку и протяну, и все, и пришью пуговичку, и мой чехольчик готов. Так, теперь вот смотрите, как он выглядит. Еще осталось нам сюда пуговичку пришить, и готовенько. Берем, пришиваем пуговичку. Узелок не буду делать. Так, обрезаем. Вот он, мой чехол. Так, вот как выглядит наш чехол. Девчонки, вот еще остался у меня один крючок. Такие крючки без держателя, их можно без вот этой пластиковой, их просто можно вот здесь вот рядышком вот так вот повсовывать тоненькие, сюда поставить толстый и маркер, допустим, или что нам там нужно, ну такое поплотнее, а между ними вот так вот, у меня их просто нет тонких, поэтому этот один, который без ручки, но я планирую их заказать, поэтому будут. Вот иголочки можно здесь вот поставлять, видите, все прекрасно у нас тут, красиво. Маркеры, смотрите, вот видите, в эти дырочки можно прекрасно вставлять крючки, иголочки, тонкие крючки, все можно сюда ставить. Еще знаете, что я сейчас сюда дам? Вот смотрите, вот так вот у нас все будет. Вот такой вот органайзер у меня для крючочков. Вот так вот он закрывается. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репост этого видео. Я думаю, оно будет полезное многим. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!